Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Wildcraft. В этом видео мы будем добивать 20 уровень Wild Pass и забирать скин на крокодила. Очень красивый скин, хочется его уже поскорее забрать, уже многие забрали, я еще нет. Что у нас по заданиям? У нас по заданиям заработать 5000 монет на льве. И прогулка 500 метров на любом персонаже. Ну и также поиграть 10 минут на любом персонаже. То есть, ну, в данном случае на льве. Мы с вами, конечно же, будем побеждать быка разъяренного. Но прежде чем он появится, мы с вами, конечно, и мобов поубиваем, потому что мне надо задание выполнить. Ну, конечно, не все задание мы с вами будем выполнять, наверное. Ну, посмотрим. Вот, я тут еще его львицу и качаю, потому что у меня 100-й уровень уже не за горами. Может быть, сегодня докачаю, может быть и нет. Но мне тут чуть-чуть осталось, надо взять себя в руки и, естественно, прокачать львицу. Совсем немножечко осталось до 100-го. И забрать, естественно, гемы. Так, у нас с вами кто? У нас с вами лошади и коровы остались, да? Свиней я уже побила. Свиней я уже побила. Кто у нас там? А, у нас там свинья, петухи. Это все не то. Это все нам не надо. Вот она лошадь. Да, вот она лошадь. За этот квест я получу ключ эпический. Да? Ой, не туда. Супер ключ. Я не знаю, что за супер ключ. Но, кстати, одно задание мы с вами уже выполнили. И у нас заспавнился бык. Ну, давайте его побеждать, что ли. Давай, свинка, иди к нам. Свиночку сначала победим. А потом уже быка. Чудно. У меня уже кто-то прокачался. Давайте их всех прокачаем. О, у меня главный персонаж прокачался. Мой муж прокачался. Куда я зашла? Господи. Господи. Всё уже позабывала. Вот тоже тут прокачались, уважаемые люди. Тоже сделаем. Так, и он тоже прокачался. О, но мне не хватит. Нет, мне не хватит. К сожалению, ладно. Так. Идем на фиксированную, вот сюда. И начинаем побеждать быка. Мне 200 энергии хватит. Я уже знаю, я со 170 побеждала этого быка вот только что недавно. Так что такие дела. Так, надеюсь, 20 минут ни за кого играть не придется, потому что мне, ну, овер, лень это выполнять. У меня еще там пропуски есть, осталось пара штучек, по-моему. Их тоже буду тратить, но я трачу их в основном на битву с этими, с другими игроками, потому что я в онлайн заходить не могу, вы знаете, у меня полетел онлайн, и я теперь вот так вот сижу. А заходить заново, начинать играть, нет, боже упаси. Я столько времени потратила на этот аккаунт, что мне заново заходить уже просто нельзя. Так, ну, быстренько мы его побеждаем. Я даже останавливать не буду видео, что все это идет очень быстро. Так, 10 тысяч, 9 тысяч. Все очень быстро. Давайте мы его... Красота какая. Так, мы с вами завершили эти две задачи. Давайте заберем с них опыт, который нам дадут. Так, 20 врагов победить на любом персонаже. А третье задание какое? Два скина для любого персонажа. Давайте с сундуками разберемся. Тут, в принципе, быстро это все будет. Первый скин
уже. И ну давай, попадай. Долго не надо с этим засиживаться. Да, обычно, когда мне такое задание выпадает, все в пух прах идет. Так, ну забираем вот это задание, давайте заберем. Что дальше? 7000 монет на любом персонаже. Ёлки-палки. Так, что я предлагаю? Я предлагаю нашу семью повезти домой. Давайте, семья, ложитесь. Я не буду уже больше с вами бегать. Мне хватило. Там у меня просто задание 7 уровней на любом животном. И я взяла семью и прокачала ее немного. Дальше, что мы будем? Мы будем с вами дальше уже сами добивать этот квест, выполнять. Ну и, естественно, забирать уровни. Отлично. Скрин сделаю. В ВК в группу выложу. Так. И нам теперь останутся коровы, но мы помимо коров еще и других, конечно, животных будем прокачивать, фу, вернее, побеждать, чтобы 20 животных забрать. Ну и заодно там 10 минут на любом персонаже тоже выполнится, конечно. И петушков будем побеждать, короче, всех будем побеждать. Так, кто это? Свинюшки, да? Свинюшки мне пока что не нужны, но ладно. Так. Кто это? Лошадь, да? Да, это лошадь. Это лошадь. Но почему я так сильно подозреваю, что 7000 тут заработать у меня просто не будет шансов? Потому что тут я только 1000 заработала. Ну ладно. Побеждаем. Так, курочек тоже. Бегаем просто, бегаем просто всех. Так, что у нас там? Вон там вот что у нас? Тоже птица какая-то. Да, птица какая-то. Курица. Так, а тоже. Там корова, да? Там корова. Да, она мне нужна, давайте. Чудно. Красота какая. Так, ну курочек, конечно, тоже. Они опыта много дают, как ни странно. И, ну, их легче всего, конечно, побеждать. Отпусти. Чем тебя? Ну... О, у меня... Заканчивается энергия. Сейчас вернусь. Накоплю и вернусь. Так, я накопила. Думаю, мне этого будет хватать. А, опять конь. Опять куры. Ну ладно. А там кто, интересно? Только что увидела, не видела его. Так. Давайте коня сразу побеждаем. Ой, больно бьет. И туда пойдем. Кто там? Корова. Она мне нужна. Давайте. Красота какая. Мы выполнили задание на время. И сейчас выполним задание на врагов. Тут тоже я вижу корову. Вау. Корова нам нужна. Ну и птицы, естественно. Я понимаю, что я, конечно, не успею этот квест выполнить, но хотя бы начну. Там уже
получится. Так, ну и курочек, да? Две. Отлично. Ну, эту курочку тоже давайте. Так, забираем вот это вот. Все. Всю красоту. 10 минут. Давай, быстрей. Персонажей. Тут отлично, что у меня есть два пропуска. Мне как раз надо. 20 врагов, орел. Да ладно. Ладно. Да мне надо 15 ден в любое логово. А! Да ну, я пропускаю. Ну что, на приколе, что ли? Давайте. Не хочу это. Лев, 20 минут. Лев, 20 минут. У нас бык заспавнился, кстати. Сейчас я его победю и приду. Во, выполнила этот квест. Давайте заберем. Но мне, наверное, все-таки придется 20 минут играть за льва. Давайте 5 сундуков или не придется. Давайте 5 сундуков откроем. Это четвертый и вот пятый. Посмотрим, получится у меня забрать. Ну, тут совсем немножечко осталось, ребят, совсем чуть-чуть. Сейчас посмотрим, что будет следующее задание. 20 минут гепард. Ёлки-палки, да что за бред? Ладно, сейчас перейдем на орла и 20 животных на нем победим. Ну, начнем с того, что у меня в квесте еще есть и лось отсюда. Так что и его тоже будем побеждать. Так, но перед этим мы с вами, конечно же, будем мобов побеждать, потому что их проще всего победить в диком лесу. И вообще в диком лесу, большому уровню, выполняя такие большие задания, где 75 врагов надо победить, это круто. Вообще, это круто. Так. Красота какая. Это мы сейчас с вами быстро выполним. Ну, хоть бы хватило, но честное слово. И мне считать лень, просто хватит мне или нет. Но я надеюсь, что третье задание, даже если я это задание сейчас выполню, будет не 20 минут за кого-нибудь поиграть. То будет не очень красиво. Чё у нас там? 11? Я просто хочу, чтобы 20-й был именно вот этот олень. Лось. Поэтому я сейчас стараюсь не пересчитать. Отлично. Еще два. Красота. Ну все, теперь летим этого лося побеждать. И будет 20. И будет 20. И будет 20. Ну давай. Красота. Забираем это задание ей! Ура! У нас 20-й уровень! Ура! Давайте сразу перейдем на крокодила, чтобы на крокодиле забрать все награды с 1 по 20, потому что я вообще ничего не забирала. Вообще. И хочется на крокодиле, так как он у нас виновник сие торжества,
на Австралии с вами. Что это за бред? Почему? Вчера играла на Австралии, нормально же все было. Ну ладно, подождем. Может, обновление какое-то было, я не видела. Мне иногда телефон сам обновляется. Ну, сам обновляет, вернее, игры без моего ведома, я не знаю. Так. Зайдем сюда. Пойдем к водичке. 95-й уровень, кстати, тоже сотый почти. Надо будет и львицу, и крокодила до 100. Кстати, это тоже будут видео. Два. Так, ну давайте начнем. Награды. Два ключика от обычных сундуков. Естественно, мы их забираем, халявные сундуки нам нужны. Даже обычные. Бустер. Забираем. Эликсир. Как ни странно, он мне очень нужен. Скин мы пропускаем, сундучок забираем. Аксессуар пропускаем, бустеры забираем. Оттенок на мишку тоже забираем. Кристаллы забираем. Эликсир собираем. Сундуки собираем. Оранжевый эликсир собираем. Бустеры тоже собираем. Оттенок, похожий на зомби, тоже собираем. Сундуки собираем. Эмодзи собираем. Ну, мало ли, может, мне повезет, и я в итоге в онлайн попаду. Эликсир эксклюзивный не собираем. И скин на крокодила собираем. Красота. Тут еще на оттенок на него будет чисто зеленый. Ой, какой красивый. Давайте быстрее примерять этот скин. Вау, какой он огромный. Какой он огромный. Вау. А хвост? Нифига себе. Нифига себе, какой хвост. Вау. Нифига себе. Вот это, конечно, хвостяра, так хвостяра. Какой-то глубинный монстр, честно. А бегает. Ой, да что ты? Такая красота. Красота. Зубки, зубки, зубки. Зубки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не могу. Он плавает, он, конечно, шикарно. Как змея. Ой, какой красивый скин. Мне правда он очень нравится, честно. Очень нравится этот скин. Прям вообще какой-то. Реально, как глубинный монстр, честное слово. Очень красивый скин. Очень красивый. Красота. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки,
Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, забрали ли вы этот скин. А с вами была Умка. И всем до скорой встречи.